Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». Так, давай-ка откроем сундук. Заберем начиночку. Домохозяйка Анжела. Заброшенная Музи. Дымчатая попка. И волосатый Андре. Вот как-то так. Ну что, следующий ставим на открытие и идем с тобой на карту. Так, сегодня попробуем дойти до 250-й миссии. Надеюсь, наша дорога будет легкой. Так, что у нас тут? Арена Мастер против нас выступает. И я не вижу здесь ничего сложного. На самом деле, думаю, пройдем на изи. Поехали. Даже вот этот с бомбой нам тут не помешает. Хотя здесь у него есть вот это вот клювдия, которая будет наносить обратно нам 50% урона. Но у нас есть Гринч, у нас есть с тобой дед, не забывай, Амур. Так что я думаю, все у нас получится. Ну-ка. Да, конечно, с отражением это фиговенько. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Харе! Так, Гринч, выходи. Блин, тот пушкарь еще тут появился. Давай, дедуля, побежали. Может быть, их ураганчиком всех в одну точку? Давай, наверное, так и сделаем. Пускай они там стоят. А то они меня немножко здесь припарили. Вот, вот, вот это я понимаю. Блин, отдуплилась. Ладно, давай еще одну вызовем. Йок, макарек, старикашка, ты что так быстро упал у меня? Так, минус. Давай, 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 давай. Бежим, 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 родные. Так, паучара. Ты бомби по своей вот этой вот гоблинше, или кто она там. Сразу двоих, замечательно. Лучше и быть не могло. Так, давай-ка, наверное, сюда яд плеснем. Окей. Слушай, у нас два гринча, тут фиг знает сколько количество дедулек. И плюс цветочный дед бежит. Вот, гринч почему-то, а нет, вот он рисанул ее, но, к сожалению, она опять отдуплилась. Ты будешь сегодня погибать, а? Арена мастер или нет? Давайте еще удар и ему крышка. Да что вы там есть? Ну что, первая победа на сегодня, это хорошо. Это меня радует. 8 монет, ну понятно, 20 опыта. И здесь еще молниеносная буря. Прокачать до сих пор еще не могу ее. Ну что же, 242-я миссия. Опять же, я ничего сложного здесь не вижу. Волосатый Андре плюс стрелок, но у нас есть яд, так что... Если он думает, что он отсидится в уголочке, то зря. Ну да, у него еще есть ураганчик. Давай проверим. Так, мне надо было вообще-то деда для начала позвать. Допустим. Так, теперь дедулю нашего Амура. Блин, мне это не нравится все. Наверное, придется... Вот, 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 вот. Он уже все это сделал. Ураганчиком, ребята, их туда сталкиваем. Он тоже, кстати, ураганчик применил. Ну что же, поехали. Нам нужно с тобой переманить. Ах, ёк-моё. Хотя Гринч, по-моему, выжил, да? Вроде бы как выжил. Блин. Магичку уничтожил, представляешь? Да ты достал там уже, эй. Блин, стрелок бесит. Надо что-то с ним делать. А что с ним сделаешь, с этим стрелком? Я не знаю. Мне нужно подождать, когда яд откатится. Только после этого я смогу с ним что-то сделать. По крайней мере, уничтожить его, да? Ага, вот и яд. Так, его уже убили там. Так, он вызвал теперь этого деда. Ё-моё. Ты заколебал, серьезно тебе говорю. Давай тоже ураганчик туда. Гринч. Воу, нарезал там, молодец, красавчик. Столько дедулек у нас там стоит, так что все, ему крышка. Прекрасно. Ну и какая тут у нас карта? Это Бальбоа Попка. Какая-то ерундовая карта. На самом деле роботы мне не очень хорошо заходят, но 243-я миссия. Бумеран. Так, я вижу здесь бабка 24 уровня. Опять же дед, Раф. И вот этот вот, блин, это плохо.
И он еще взял скоростника. Ну, с ним-то ладно, мы справимся. А вот бумеранг, как вот быть, и вот с этой чурлой, пока даже не знаю. Ну и, конечно же, Ральфа нужно тоже бомбить как можно быстрее. Так, бабка идет. Блин, он уже вызвал эту цветочную фигню. Так, хорош. Идите-ка туда на место. Я вас сейчас еще ядом здесь немножко потравлю, попытаюсь. Угу, угу. Есть контакт. Так, Ральф погибнет. Погиб. Он еще успел выстрелить в своего же героя. То, что нужно нам. Так, у него старикашка, оказывается, тоже есть. Опа, был. Был старикашка, не забываем. По-моему, сейчас арена мастера отдуплится. Тебе так не кажется, а? Смотри, смотри, сейчас его свои же и убьют. Все. На изи. Никаких у меня претензий нету. Ох, сколько монет-то дали. Надо будет все это дело приумножить. 244-я миссия. Ну, слушай, здесь тоже ничего сложного нет, в принципе. Два бегуна плюс хил, робот с отравлением и Ральф плюс заморозка. Ну, против бегунов у нас только один персонаж, это, конечно же, дед. Блин, когда скоро новые события будут, а, друзья мои? Я хочу получить новое событие. Так, отлично. Этого... Воу-воу-воу, Раф. Раф идет. Раф, Ральф. Ну, вы поняли. Так, давай-ка, наверное, сюда яд еще влепим. Вот шикарненько ты делаешь. Так, он травится потихоньку, да? Травится, травится, травится. Ра... Ну, есть контакт. Так, вот этого еще бегуна. Смачно. Вообще, блин, вот этот дед Амур, это, конечно, имба. Ну, серьезно тебе говорю. Есть, конечно, у нас уровни, где мы с тобой проигрываем конкретно, но вот именно в таких ситуациях заходит вообще на изи. Так, алкоголика завалили. Ну и, как видишь, уже самого арену мастера бомбим. Все, готов он. Ну что, забираем свои награды и двигаемся, конечно же, дальше. Так, это у нас Куранок. Итак, 245-я. В принципе, то же самое, ничего сложного нету. Легендарных карт, я смотрю, тут вообще нету в последнее время. И это меня радует, утешает. Ну что, побежал давай. Так, секундочку, с какого перепуга ты тут делаешь? Отдуплись-ка лучше. Так, слушай, старика-то они сейчас завалят мне, цветочного деда. Что нам с тобой надо сделать? Может быть, магичку позвать? Блин, я боюсь, не успеем. Сейчас, скорее всего, прожмут нас тут. 100%, блин, сейчас запинают. А знаешь, кто здесь, ребят, нам очень сильно навредил? Именно лепрекон. Так, ну и, естественно, вот эти вот стрелки, которые лучники. А, так у него вообще команда этих. Ёк-макарёк. Ты посмотри, что происходит. Давай, 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 давай. Всех их нафиг, ядрени-фени, достали они уже. Так, и яд. Воу-воу-воу-воу-воу, шикарно. Почти всех, ребят, потравили. И вот это было замечательно. Вот это мне понравилось. Так. Этого лепрекона-то. Правильно, вот такого и надо. Слушай, она что, нифига себе, с одного выстрела сносит, прикинь мне, мага. Гринч, будь добр, пожалуйста, рисани, а. Желательно всех рисани, кто у меня погиб. Он не хочет, он просто идет. Он балдеет, он наслаждается жизнью. Потихоньку, потихоньку он продвигается. А по-моему, все, выиграли здесь, да? Арена мастер уже почти еле дышит. И все, мы... Подожди, да. Закололи его. А Гринч даже не собирался никого резать, прикинь. Просто шел себе спокойненько, и все. Так, заброшенная Музи выпала нам. И опять Куранок. Я не знаю, вообще кто-нибудь пользуется этим Куранокам? Есть только в самом-самом начале. Так, ну здесь, как видим, опять ничего нету. А, здесь у него... Так, кролик-единорог и бегун, да? Плюс у него... Это же Мэнни, насколько я помню. В общем, какая-то соляночка у него.
Я думаю, опять же, никаких проблем не будет с ней справиться. Плюс этот малыш с дубиной. Так я не понял прикола. Опс, тихо, 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 Мэнни. Тихонько, ты чё? Твою налево, забыл про нее совсем. Так, тут еще и Ральф. Успела дуплиться, отлично. Вот что значит прокачать яд хорошо, да? Блин, алкоголик этот мешается вечно. Правильно, вот так их. Бей своих. Правильно делаешь. Так, 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 так. Тихо ты. Так, старичок, давай, выходи еще один. Ну, в два жала-то эти дедули сейчас любого заколят. Хотя все. Быстрый очень раунд у нас был здесь. Ну, не получилось у него, короче, меня поражать своими бегунами. За что он и поплатился. Розалинда, вот оно как. Так, ну что, переходим тогда на следующую миссию. 247-я. Да практически то же самое, что и было. Моя команда вот в данный момент, я считаю ее имбовой. Тут есть все, да, у нас есть дамагер. У нас есть амурчик, дед. У нас есть неплохой маг. Если бы он еще был бы второго или третьего уровня, вообще цены бы не было. Так, хорош, Мэнни. Так, секундочку. Ральф, блин, не успели. Вот это вот беда. Наверное, нам придется с тобой, знаешь, что сделать? Вот так их немножечко туда сдвинуть. Нет, 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 нет. Фу, а кто вот, кто интересно вот это делает, ребят, заморозку? Я не понял. Ай-яй-яй-яй, а вот это плохо. Хорошо, Гринч у нас там резает потихонечку, да? Красавчик. Опять Мэнни вышел. Ты дыщ. Блин, вот это вот плохо. Когда Мэнни начинает бомбить, это вот хуже не придумаешь. Во-первых, далеко бомбит, во-вторых, у него массовая атака. Давай-ка я, наверное, сюда еще яд плесну. И, в принципе, все. Победа, как ты видишь. Ну что у нас тут? 8 монет, очень много. Так, опыт и дымчатая попка. 248-я миссия. Опа-на, лучница 6-го уровня. Так, это уже проблемы. Поехали. Так, тихо, тихо, не надо здесь буянить. Не надо, я говорю. Слушай, смотри, какая крепкая-то, а? Твою налево, я уже яд потратил, да? А я уже и яд потратил. Так. Да блин, какого фига? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, неужели сфейлимся здесь? Нет, вроде бы как что-то получается. Яд нужен, причем срочно. Не надо. Блин, старик там достал меня, а? Ты посмотри, что творит. Да куда ж ты, блин, против нас-то пошел? Ай, дурила ты деревянная. Сейчас только до яда доберусь, если доберусь. Так, а этих всех сдвигаем туда. Давай, 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 трави, трави, отлично. Так, ну что, попробуем реабилитироваться. Вызываем Гринча. Старика просто с удара сносит, прикинь. Просто вот берет и сносит с удара. Опа, да-да-да, вот это вот я и хотел. Правда, ненадолго это все было. Да куда ж ты отдупляешься? Так, а Гринч все-таки, да, оживил тут половину. Лучница минус, и остается вон Мэнни. Все, ее тоже ушатали. Неужели? Даже прям не верится, что здесь все-таки мы прошли. Я думал, сфейлимся. Но нет, нет. Все у нас тут получилось. Так, денег дали много, поэтому есть смысл их приумножить. И 249-я. Это предпоследняя миссия получается у нас сегодня. Опять арена мастер. Ну что же, поехали тогда. Опять ничего сложного здесь я не вижу. Так,
Тихо, тихо, тихо. Давай, наверное, сделаем вот таким вот образом. И плюс еще яд. Шикарно. Так, ну здесь маловато у меня бойцов. Надо будет еще, скорее всего, призвать магичку в помощь нам, да? Еще одного дедулю. Так, и цветочного деда. Без него вообще никак. Окей, окей. Так, тихо, 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 подходит. Все, вырубили. Вот то, что нужно. Атмар-отшельник там за нас пошел. Агринч, ресай. Бумс. Минус робот. Вызываем еще одну магичку. Плюс бросим с тобой едку сюда. И давай ураганчик, чтобы никто не смог пробежать. Все. Проще пареной репы. Тактика работает. У нас уже с тобой 10 тысяч монет. Это хорошо. Денег, как мы знаем, много не бывает. Ну и последняя, 250-я миссия. Подожди секундочку. Что у нас тут? Ага, 200 монет еще в плюсик. Взяли мы с тобой. А здесь недоступно, да? Понятно. Не знаю, почему такое бывает, ребята. Видео недоступно. Хотя я их еще не смотрел. Но спустя какое-то время оно открывается. Так, и нам нужно будет еще один сундук с тобой набить. Сделаем. Так, ну а сейчас 250-я миссия. Опять же, ничего сложного нету. Эльф-толкатель, да, плюс эльф-лучник. Ну и два бегуна. Против этих бегунов, естественно, будет цветочный дед выступать. А он вон как делает. Так, секунду. Тут еще и Янси, оказывается. Значит, сделаем с тобой вот так. И яд. Вот это будет самое, наверное, оптимальное для меня. Блин, слушай, он сейчас своими янсями нас, по-моему, здесь сможет одолеть. Что-то уж больно как-то круто. Эй! Давай, 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 толкай их так всех обратно. Смотри, что творит. Да ладно, справи... А, нет, еще один янси здесь стоит. Минус. Так. Слушай, вот эта вот лучница, она уж больно сильно как-то бомбит. Заметил, да? Очень хороший дамаг наносит. Блин, Янси опять вышла. Да что там происходит, я не могу понять. Кого-то приворожили вроде бы. Суета вообще конкретная. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой вот так сделаем. Замечательно. Так, больше амурчиков вызываем. Больше амурчиков, чтобы переманивать на свою сторону. Окей. Смотри, что там происходит, вообще жесть. Ну все, арена мастер, я думаю, сейчас проиграет нам. Ех. Да, ребят, мы его расплющили. И это круто. Так, большущий сундук нам дают, а толку мало. Награды какие-то вшивенькие. Розалинда и наивный Буба. И мы переходим на новую локацию. Играть, естественно, мы будем на ней уже в следующей серии. Так, ну сейчас я, как хотел, сделаем сундучок, набьем. Тем более здесь ничего сложного нету. Этого, я думаю, переманить все-таки успеем. А, у него хил. Плюс два стрелка, даже три стрелка. Бегун, танк и хил. Кстати, неплохая стратегия получается. Неплохая, лишь бы нам успеть всех этих жуков туда убрать и при этом еще травануть. Ну, так, блин. Тут, оказывается, уже Мэнни вышел. Так, его нам желательно бы переманить. Желательно бы, но что-то, мне кажется, не получится у нас. Хотя, вот, смотри-ка, вышло. Так, Брок, любовник, вышел. Сейчас деда моего, естественно, ушатает, понятное дело. Так, а вот это уже лишнее, ребята. Бомби там своих. Красиво. Так, пушка. Смотри, что творит. Этот краб еще вышел. Легендарный. Ну, мы его запинаем сейчас, я думаю. Все. Быстрее даже получилось, чем я ожидал.
мои награды. Ну, естественно, кубки, да. И опыт. Нам немножко остается, и мы получим с тобой уровень 12. Вот и сундук. Ну что, друзья мои, на этой ноте я, пожалуй, и закончу эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.